Видео подготовлено сайтом онлайн gdz.net. Давайте выполним четвертое задание. На странице 31 рабочей тетради по математике для первого класса автора Маро. В этом задании мы должны будем решить данные примеры с опорой на рисунки. Давайте посмотрим на первый рисунок. У нас 6 треугольников зеленого цвета и 2 треугольника красного цвета. Чтобы узнать, сколько этого всего, мы к 6 прибавим 2. И всего у нас получается 8. Значит, у нас всего 8 треугольников, но 2 среди них красных. Чтобы узнать, сколько зеленых, нужно из 8 вычесть 2. А это получится 6. Смотрим на второй рисунок. Здесь у нас квадраты желтого цвета. Их 9 было. 2 квадрата зачеркнули. Осталось 7 квадратов. Записываем в ответ. Чтобы узнать, сколько квадратов было сначала, нужно к 7 прибавить 2. Это получится 9. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под